уже привыкли к словам «открылся новый бассейн». Но этот бассейн в Тушино под Москвой заслуживает того, чтобы познакомиться с ним подробнее. Воспитанники детской спортивной школы проплывают здесь свои первые, пока еще коротенькие метры. Те, кто постарше, выходят в большое плавание, готовясь к рекордным стартам. И у гребцов есть теперь место для зимних тренировок. А вот это и есть главная достопримечательность нового бассейна. Башня, наполненная водой. Наши мастера подводного спорта получили возможность тренироваться по программе своих сложных состязаний. Теперь они будут готовы к любому маршруту в удивительном мире морских глубин.